Мимо трибун проходит парадный расчет вооруженных сил Республики Узбекистан. Командует расчетом первый заместитель командующего войсками Ташкентского военного округа полковник Шакир Хаиров. На Красной площади юные участники парада. Мимо трибун торжественным маршем проходит рота Московского Суворовского военного училища. В июне 45 года 210 воспитанников училища впервые приняли участие в параде Победы. Парад отказышлер, бу нумай слаши мас бу, хатрай мас бу, бу битта нарса. У ниям номы сиясат. Бугунги заман сиясаты. Канча көп парадтан харбилер отса, канча янги курал отса агар, бу узыны намайш кылыш. Ва ойлайманки, у пайтта халак болганлар, у пайтта жанына берген, курбан болганларын агар азыр яна улар кайтып, аятка кайтып, агар уларны фикирны булмакшы болса, агар бір узыгиз ойланглар, улар нымана ойлайды, парадны ойлайды ма? Бу заманны кадрыны ойлайды булар. Бу заман, бізар яшайаткен, мана шундай ярух заманны, улар ойлайды ва кадрыге етады. Кадрыге етады, етиштеген нарса,